Всем привет, дорогие друзья и гости канала. Продолжаем с вами играть в Euro Truck Simulator 2 на карте RootsMap версии 1.6.3. Как вы помните, мы проехали до города Холм. И сейчас нам туристы подобрали груз в Санкт-Петербург. Так что сейчас мы отправляемся за грузом. Сейчас я нахожусь на СТОшечке. Грузовичок у нас уже прогретый. Ну и потихонечку отправляемся мы за грузом. Так. Так, особо не спеша. Трафик, давай выезжай. Автобус нас пропустит, я думаю. Все-таки такие коллеги, можно сказать. Так. Ну а тут горит красный. Смотрите, как там рябит почему-то сетка. Может, там просто день так падает. Точнее, солнце падает таким образом, что так сетка рябит. Время у нас сейчас, правда, немножко под вечер, уже 17 часов. Ну, что сделаешь? Работа на такая. Придется прокатиться и вечером. Так, выезжаем аккуратненько. Так, и тут красный. Не, уже зеленый. Это мы удачно попали. Так, здесь, по-моему, по городу ограничение 60. Я просто смотрю, камеры стоят. Это в Европе у нас везде 50, да? А здесь 60. Так что, в принципе, это плохо. Такси стоит. Блин. На голове очень тормоза такие шустрые, поэтому так, блин, получается, что чуть-чуть совсем докоснулся, а она аж прям колом становится. Так, берем наш груз, который нам подготовили логисты, это упакованная пленка в Санкт-Петербург. Так. Сейчас мы его прицепим. Быстро я еду по территории базы. Надо все-таки не так спешить. Тут передачами щелкаю. Так. Так. Нам пока тут что не задеть. Все нормально. Стоп. Задний ход. Так. Так, вот так вот прицепились. Ну и сейчас отправляемся в путь. Так, ну вот мы в кабине. Так, наверное, все-таки машину рвать не будем. Буду трогаться с первой передачи. А потом уже тогда втыкать будем третью. Так, давайте сейчас повернем здесь аккуратненько. Блин, тут у нас... Не войдем. Это у нас по дефолту здесь все разбросано. Ну, в смысле, не разбросано. Все чистенько. А здесь надо, блин, аккуратнее. Что, заглохло, что ли? Реально заглохло. Стоп. Так, а что это? Во что-то уперся? Да нет, вроде. Прошли. Давай, хорошо. Давай, поехали потихонечку. Подвигаемся в сторону Питера потихонечку. Не буду особо сильно спешить. Будем ехать аккуратненько.
Можно было бы, наверное, не переключаться, так как горит красный. Ну, хотя, в принципе, так на катиков сейчас пойду, может быть, загорится зеленый. Да, я так и знал, ребята. Нам, как всегда, фартит. Как помните, в предыдущих сериях мы ехали на рассвет, а сегодня мы едем на закат, то есть с вечера в ночь. В Питере днем мы, в принципе, были, так что такое разнообразие, контраст, в принципе, нам не помешает. Так, поехали. Зашел. Это очень хорошо. Так, двигаемся дальше. Там такая сейчас как раз дальнобойная романтика, да, вот это прям. Закат красивый. Но, правда, пока еще не совсем красивый, он просто уже вечереет, смеркается. Вообще, как бы принято считать, что сумерки самое такое опасное время дня, время суток. Потому что хрен что видно. Реально, бывает ночью лучше видно, чем в сумерках. А еще если солнце в глаза и козырек не спасает. Так, а мы здесь ехали, да, по этой дороге? Так, там у нас 70, так было, давайте будем спешить. Вон там и гаишники стоят, видели, как я вовремя оттормозился. Так, у нас тут бугор. Так, давайте будем держать на тормозах. Питадер у нас на этом мане нету. Так что придется потихонечку держать тормозами и двигателем. Хотя, в принципе, можно использовать горный тормоз. Едем по гравике, залитой битумом. Тут у нас колхозы. Так, у нас тут уступи дорогу. Так, что там есть кто? Не, нет никого. Туда поехали. Так, наверное, пойду. Бугор на седьмой заберусь, потом тогда уже будем переключаться. Ехать там нам не очень много, где-то 370 километров, по-моему. Но все равно это достаточно такое расстояние не маленькое, если в реальной жизни там. Мне вот по дефолтной Европе иногда прикалывает, берешь там груз на 1000 километров и катишь по этим автобанам, не напрягаясь. Но здесь по России, конечно, такого не получится. Так, блин, такие дороги, наверное, передачу пониже поставлю. Давай, 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 залази, залази, залази. Давай, давай, родной.
залезли. Так, а тут у нас хреновая дорожка, так что, наверное, не спешим пока. Расход топлива растет, потому что разогнаться мы не можем нигде. И движок у нас всегда в оборотах работает. Так, что какую поставить-то? Поставлю 10-ю. Что-то зачем-то выключил передачу и запутался, какую передачу поставить. Ну, бывает. Так. Топлива нам пока не нужно. Так что двигаемся дальше. Так, и красный, кажется. Ну давайте, ребята, мне чтобы сильно совсем не оттормаживаться. Поехали. Пост ДПС. Река Явой. Ничего себе. Смотрите, красота какая, стоит храм, и за ним колесо обозрения. Мне кажется, вид тут на этот населенный пункт просто шикарный. Кстати, давно не катался на колесе обозрения, надо будет этим летом обязательно прокатиться. Так, на Валда идем, да? Идем на Валдай. Мимо Валдай уже на Осаке. Вор. Заедем на 10-й, заедем. Маленький такой бончик. Так, если заедем, придется 8-й подтыкать, потому что 9-й будет уже мало. Не, нормально забрались. Держу с бугра. Блин, зря я, да? 11-ю поставил. Ставим, наверное, 9-ю. Мне 9-й будет мало уже. 8-я. И 8-й будет мало. И 7-й будет мало. Напоминает, знаете, у нас вот в населенном пункте, в моем, где я живу, есть очень большой такой подъем. И вот там КАМАЗы также забираются, как я сейчас забираюсь на Мане. Так, медленно. И вот я лоханулся, может, надо было какую-то передачу из нескольких сразу поставить, и все, и мы бы побыстрее забрались. Хотя вот на 7-й что-то как-то не очень-то он идет, скажу я вам. Дорога опять же вся заросшая, дорожники работать не хотят. Ну смотрите, красота какая, такая заросшая дорога и переезд. Но сделано, конечно, да, очень все это красиво. Вот, кстати, закатик уже, смотрите, красота какая. Закаты и рассветы сейчас в игре сделали просто шикарно. Но раньше, до какой-то, по-моему, до версии 1.17 все это было не очень красиво. Прошу прощения, ребят, отвлек опять же телефонный звонок. Так, опять эти колдобины на дороге.
Ох-ох-ох-ох-ох. Машину здесь сейчас раз фигачу. Так, тут, блин, подъем и поворот очень удачно, и у нас здесь еще уступи дорогу, да, вообще клево. Так, вроде никого нету, но все равно ставим первый ряд. Да, еще не прошли, да, насколько я понимаю, там был просто как населенный пункт большой. Но Валдай там, наверное, еще не прошли. Вот сейчас попустить солнцезащитную эту шторочку, но этого в игре у нас не реализовано. О, кого-то повязали. Ребят, удалые. Да, реально дальнобойная такая, хоть и виртуальная романтика. Музыка, закат. Катишь потихонечку, реально отдыхаешь. Ну хотя отдыхал-то я, когда играл с клавиатуры. Сейчас все равно все-таки достаточно тяжело сидеть рулить, все-таки, ну, как бы педали нажимать. Хотя, в принципе, вот так круиз поставил и потихонечку катишь на круизе. Но все равно это немножко напряжненько. Хотя удовольствие, конечно, получаешь намного больше. Солнце прячется за елки. Скоро, блин, стемнеет. Что-то коллег, кстати, не очень много идет на Питер. Оттуда вот встретились две машинки. А туда что-то как-то не очень. Одни легковушки едут. Так, бугор заедет, интересно, нет? Заехала. На речку какую-то проезжаю. Просто солнце так заходит, что не видно ни указателей никаких. Так, по приборам идем. Ну, это, так сказать, в скобочках по приборам. Потому что идем мы все-таки визуально. У нас не самолет, и приборов навигации у нас, можно сказать, нету. Не считая только одного. GPS-трекера, который у нас стоит сбоку навигатора.
Блин, а как хорошо реально поставил круиз на 80. И не надо, как дурак, куда-то перестраиваться, лететь. А спокойненько катишь и наслаждаешься игрой. И дорогой. Так, потихонечку. Потихонечку. Солнце за горизонт. Блин, вот красивые же кадры, да, ребят? Так, куда-то подъезжаем. Или это может быть просто какой-нибудь населенный пункт деревенский. Прицепы поставили на обочине. Вот так, если, блин, ночью не увидишь, въехать можно неплохо в них. Блин, а где разметка-то? Вот это чудеса, тогда будем держаться. А, ну, в принципе, нормально прошли. Особо не потерялись на курсе. Солнце, да, то с одной стороны заходит, то с другой стороны заходит. Это просто дорога петляет, поэтому создается такой достаточно интересный эффект. Ну, блин, прям интересно, то реально с одной стороны, то с другой стороны магазинчики. Ну да, проезжаем мимо, шашлычки, зеленый пункт. Интересно, правда, такие вот забегаловки, там разные шашлычные, магазины. Их бывает тут на стоянке целая куча. Как у них там дела обстоят с конкуренцией? То есть, блин, там надо цены реально снижать, чтобы к тебе ходили в магазин. Ну и сервис должен быть приличный. Это когда где-нибудь в селе там всего один магазин, там люди иногда борзеют продавцами и хозяевами. А вот так, когда конкуренция, блин, надо, чтобы все было на высоте. Так, ну что, оттормаживать здесь или мы куда-то въезжаем? Или тут может быть 60, я просто знаки реально не вижу. Тут, наверное, 60, ребят. Потому что мне еще так солнце светит, что я особо ничего не вижу. Так, пост ДПС, не спешим. Так, у нас главная дорога. Проблема.
двигаемся дальше к Питеру. Хотел бы я реально побывать в Питере, погулять по этим разводным мостам, посмотреть, как их разводят. Посмотреть эти достопримечательности. В общем, достаточно все это красиво и интересно. Блин, стоит как-то. Реально ничего не вижу. А, наш дальний нам не помогает посмотреть на то, что указано сверху, и хотя бы подсветку делать. Ну хотя, наверное, в реальной жизни тоже мало где подсвечено. Хотя они нанесены на них специально отражающая краска, что даже когда фары на них особо не светят, они должны отражаться, вот эти указатели. Куда-то выезжаем, ребят. Походу, это и есть Санкт-Петербург. Так. Да, это он и есть. Ну, так вот мы потихонечку докатили до Питера. Тормозим, красный у нас. Так, двигаемся дальше по городу. Ну, расход у нас, конечно, просто чумовой. Красный. Так, поехали. Заметили, если в принципе особо не спешить, то у нас еще за эту серию ни разу коробка не хрустнула. Так. Хорошо бы, конечно, осматриваться по сторонам на таких перекрестках, но управляя на руле, как-то не очень удобно осматриваться, поэтому приходится проезжать на авось. Но это, в принципе, игра. Я знаю, что там лихачи у нас не могут вылететь. Хотя в реальной жизни я бы, конечно, посмотрел, мало ли что. Как говорится, может, ты был бы и прав. Но чинить разбитую машину как-то не резон, лучше ее вообще не бить. Так. Практически приехали. Ребята, мне бы перестроиться. Но никто не против, никого нету. Так, и тем временем мы приехали. Так, где у нас-то заезд-то здесь? Здесь, да? Походу дело, да.
Темно, правда, ничего не видно. И зеркала с той стороны не очень удобны. Так, ну вот, ребята, добрались. Как видите, отлично. Ну, на этом, в общем-то, пока все. Увидимся с вами в следующей серии. Смотрите другие видео на моем канале. Всем удачи, всем пока. До новых встреч!